В многомиллионных махинациях подозревают сотрудников департамента здравоохранения Ивано-Франковской обладминистрации. Чиновники закупили для больницы медицинское оборудование по существенно завышенным ценам. Кроме того, обеспечили победу в тендере нужной им фирме. Как уже установили следователи, к конкурсу компания-победитель была допущена незаконно. Вони були не найбільш економічно вигідними, тобто їхні суми були значно вищими, і в подальшому їх було визнано переможцями самого тендеру. Крім того, службовці перерахували кошти за послугу з монтажу обладнання, який по нинішній час не змонтовано.